Всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео будем делать подрезку и затирать цементной затиркой. Это четвертая заключительная часть. Кто не видел первую, вторую и третью часть, я оставлю ссылку в описании видео. Ну что, поехали! Керамогранит толщиной в 11 мм приходится резать с применением масла. Пробовал без масла, бывает, что уходит в другом направлении. Ну а с маслом режет все 100%. После того, как все подрезали, приступаем к укладке. Режем последнюю плитку. Ну, в принципе, и все. С подрезкой мы закончили. И теперь приступаем к затирке. Зачищаем швы, после чего проходим пылесосом. После подготовки готовим затирку. Мешать затирку будем строго по инструкции. Берем стакан, ставим на весы и обнуляем. После чего добавляем водичку в нужном нам количестве. В моем случае 100 грамм. Затем ставим ведерко и также обнуляем. После чего сыпем затирку на цементной основе. По инструкции выходит на 100 грамм воды 370 грамм затирки. У церезита идет другая пропорция. К каждой затирке своя табличка. Далее мы заливаем водичку и тщательно размешиваем. Ждем 2-3 минуты и снова мешаем. Все по инструкции. Вот такая вот получилась эластичная затирка. Теперь можно приступить к затирке швов. После затирки швов ждем минут 20 и после чего замываем микрофиброй, тем самым формируем шов. После полного высыхания промачиваем все полы так, чтобы швы полностью промокли. Затем берем быстро впитывающуюся салфетку и удаляем всю влагу. Вместе с водой салфетка полностью убирает весь налет, а пропитавшиеся швы будут равномерно сохнуть. И никаких пятен
и различных цветов не будет. Кстати, с церезитом я пробовал то же самое, и результат превзошел все ожидания. Теперь делаю только так, со всеми цементными затирками. И проблем никаких нет. Кому видео было полезным, ставьте палец вверх. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.